И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Никита. Всем Никита, привет. привет. Мы вот построили первую версию лавового дома из одного ведра лавы, то есть здесь потрачено одно ведро лавы и где-то 3 стака булыжника. Открой дверь, скотина. Дай я посмотрю. Смотрите, он сделал пол из верстаков, натыкал здесь факелами. Такую красоту. Одного факела не хватает, что это за Я фигня? знаю. Ну, вот такой вот домик сделали. Ну, неплохой, как говорится. Сейчас сделаем вторую версию. Этот дом я подарил Никите, сейчас сделаю для себя. Так, что нам понадобится? У тебя булыжника много же, да? Ну, в сундуке посмотрю. Скинь сундук, да. Мне нужен булыжник и... И булыжник. Он еще стак есть. 14 часов. Ну, надеюсь, хватит, да. Ну, для второго домика не нужно не так много булыжника, ну, относительно. Так, давай я его вот здесь построю. Нужно расчистить землю. Чтобы расчистить землю, а от травы мы используем воду. Ну, я использую воду. Вот так, по-быстрому. Чуть-чуть. Видите, как быстро расчищается все. Так, отлично. Все, расчистили землю относительно. Теперь вот здесь нужно немножко убрать. Вторая версия лавового дома понадобится довольно много лавы, но зато он будет немножко по-другому выглядеть. Возможно, красивее, возможно, нет. Это вы оцените в конце видео. А сейчас приятного просмотра, как говорится. Сейчас я его построю. Если вы помните мои предыдущие видео, он чем-то похож на домик Хоббита, который я придумал, я построил. Хоббит. Чё? Ты не Хоббит. видел домик Хоббита? Нет. Прикольный такой получился. Ну, оригинальный. Мне надоели квадратные дома, я решил построить треугольный. Получился домик, ну, как в фильме Хоббит. Смотрел? Да, смотрю. Так, начинаем строительство. Можно использовать любой ресурс. Лучше всего стекло идет, но у меня булыжника много. Я буду использовать булыжник для стен. Так, начнем. Так, здесь. Ну, начинаем с краю. Вот примерно вот здесь будет первый край нашего домика. Вот давайте вот здесь, да. Выстраиваем в длину, сколько нам надо. Вот, думаю, так хватит нормально. Так, овечка не мешает. Я уберу ее. Да не надо, я ее толкну так чуть-чуть и все. Не надо, ставь. Так, не надо, что ты, не надо убивать животных. Сейчас выйдет. Вот теперь она еще и сюда залезла. Нафига ты это сделал? Давайте накажем Никиту. Иди сюда. Нельзя убивать животных в Майнкрафте. Скотина. Не убивай, серьезно. Так, дальше мы делаем вот так. И вот так. Ну, в общем, огораживаем территорию вот так коробочкой. Вот такой вот дом у нас будет. Теперь делаем вот такие вот темы. Лесенькие. Я его сделаю чуть поменьше, чтобы побыстрее снять видео. Чтобы не томить вас. Ну, а так его можно делать любого размера. Абсолютно. Ограничено только вашей фантазией его размеры. Так, дальше вот так. Вот так. Не. Так, вот так. Слушай, булыжника может не хватить. Добудь пока немного. Никитос. Булыги добудь немного. А то, возможно, не хватит. Так, вот так Сейчас. вот. Вот так. Что-то я навострился строить эти лавовые дома. Так, теперь вот так. Ну, в принципе, вы, наверное, уже догадываетесь, какого формата это будет дом. Ну, в конце видео вы все увидите, насколько он красив. Но он строится гораздо быстрее, чем тот, который я строил буквально 20 минут. 20-30 минут я его строил, я не помню, сколько уже. Сколько я его строил? Я помню, его довольно трудно строить, потому что, ну, в прошлом видео вы, надеюсь, видели. Так, вот так. Отлично. Теперь вот так. И вот так. Но лучше всего из стекла. Через стекло не капает лава. Так, булыжник. А, не, хватит булыжника, можешь не добывать. А я уже, бля, ну ладно. Ну,
Но все равно лишним не будет. Так, вот он. Ну, это маленький вариант домика. Можно гораздо больше его сделать. Но пока я сделаю такой. У тебя факела есть? Есть. Мне дашь потом? Угу. Так, ну закрываем домик. А стекло есть? Смотреть надо. Так, здесь немножко не хватает по краям. Немножко подстроюсь. Так, давайте сделаем. Где, откуда с двери сделать? Давай с той стороны дверь пусть будет. Так, вот такая вот маленькая дверь пусть будет. Этот дом можно немножко углубить в землю, это ничего страшного. Но пока не будем углублять, но сделаем. Сделаем арку. Арка обязательно нужна. Ну, не арка, а подъезд, или как мне назвать, не знаю. Ну, короче, тема, чтобы вас не убило лавой, когда вы входите в ваш дом. Чтобы сделать так, чтобы лава растекалась по краям. Это вот так вот выглядит, такой вот полукрест, типа. Вау, блин. Даже уродски смотрится. Ну, домик надо было гораздо больше делать, на самом деле. Это просто слишком... Ну, давайте что-нибудь придумаем так, чтобы так не уродовать дом. Так, что можно придумать? Вход нужно сделать в дом, чтобы было красиво. И чтоб лава вас не убила. Но в любом случае нужен булыжник вот такой вот. Можно использовать эти досочки, типа таблички. Ну, не знаю. Будет ли это хорошо смотреться? Нет, наверное, не будет хорошо смотреться. Сколько тебе стекла нужно? Ну, чем больше, тем лучше. На вот самом деле не так уж много. Стак это... Фу, с лихвой хватит. Если мы просто так сделаем, лава будет вытекать, поэтому это не самый лучший вариант. Надо что-нибудь придумать. Ну ладно, пусть будет так. Пусть будет так, не потому что других вариантов нету особо. Ты еще крест сделай. Ты еще крест сделай, типа тут кого-то похоронили. Ну да, меня тут похоронят. Тихо. Хорош рожать под моим домиком. Вот так вот. Вот это барашек там еще, блин. Ну, вход, да, будет вот таким в любом случае, потому что домик слишком маленький. Давай я его наращу, а? Булыгу, давай сюда. Идет. Сейчас. Я сделаю, я улучшу дом. Буквально. Помоги мне. Видишь, как я делаю? Ну, просто один булыжник на один булыжник. Это легко. Все понятно. Итак, как все так дальше, да? Угу. Кстати, это даже очень хорошо. Ну, с той стороны начни, чтобы мы друг другу навстречу шли. Это даже хорошо, потому что лава не будет капать через булыжник. Пошла вон овца, блин. А иди ты. Они пользуются моей толерантностью. Я с одного удара убил. Да не надо их убивать. Да оттолкни и все, пусть. Я просто ударил ему само. О, дождик пошел. У тебя потушит лаву. А не потушит. Слушай, у меня булыжник кончился. Кончился. У тебя есть? У меня есть еще мало. 7. О, нам булыги не хватает. Давай добудем по-шустрому. Кто бы знал, что булыги нам не хватит. У меня факелов только нету здесь. Спавнер мобов мы сейчас замутим здесь из-за этого. Так, сейчас быстренько. Кто знал, что я ошибусь размерами. Надо было делать больше домик. Гораздо больше. Нам не хватило булыжника из-за этого. Но зато будет такой надежный. Даже если крипер взорвется, он взрывает всего один блок, по-моему. Если впритык или два, максимум. В общем, будет прикольно. Так, вот я 50 булыжника добыл, должно хватить.
охватит. Ну да, должно. Ну можно еще расширить, в принципе. Он тут. Никитос тут строил. Сразу видно. Вот таким вот образом выстраиваем, ну не пирамиду, но вот такую вот, я не знаю как это назвать, вот такую вот тему. С одной стороны это вот так выглядит. Блин, убил тут барашку, скотина. Нельзя убивать животных, это экологически чистые выживания. Дай-ка я поем морковку. Так, а если вот эти убрать? Ну вот, более-менее. Сейчас уже начал смотреться. Вот вход вот такой вот получается. Вот тут вот дверь. Вот тут тоже вот так. Так, теперь начинаем, приступаем к заливке. Заливать дом нужно сверху всегда. И очень-очень осторожно. Потому что здесь вот... Это вам не хухры-мухры, как говорится. Сейчас какую-нибудь фигню сделаешь. Чё? Если какую-нибудь фигню сделаешь, то он все в лаве будет. Ну, в принципе, да. А, я забыл, вскопать. Перед тем, как что-то делать, нужно вскопать вокруг дома траншею, потому что лава вытекает и растекается. Чтобы этого не было, обязательно копайте траншею. Я тебе помогу так ошибиться. Да. Зачем ты мне поможешь? Не, стой, 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 там нельзя, не надо копать. А, тогда это закрою. Не-не, отойди, 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 пожалуйста. А, да, все правильно. Так, ладно. Так. Сделай мне тоже верстаков для пола. Так, теперь начинаем заливать потихонечку. Хорошо, что идет дождь, хорошо, что... Начинаем заливать вот с этого края. Ну, все просто, как видите. Нам нужно больше лавы. Видите, лава растекается. Это кто там задыхает? А? Кто это там? Зомби гасит, зомби меня гасит. Убей. Так, вот видите, лава растекается, это хорошо. Так, сейчас я проверю еще одну теорию. Если вот сюда поставить, он растечется туда. Нет, нифига. Приходится ставить на длину лавы, на длину дома, приходится ставить по одной лаве. То есть очень много лавы понадобится, если у вас длинный дом. Но зато это оправдает, думаю, надежды. Будет красиво. Ты взорвал свой дом? Нет, Рипера меч не взорвал. А, ну вот, это хорошо, что дом-то цел хотя бы. Йо-хоу, видите, какой опасный паркур я совершаю ради вас, дорогие подписчики. Ну, еще ради Никиты немножко. А чё я? Ну, не знаю, просто. Так, и туда. Все, теперь выкапываю эту хрень и отхожу. Теперь мы еще не закончили. Теперь мы смотрим, как растекается лава вот на передней части. Потому что она не везде будет растекаться, будьте уверены. Особенно вот сзади и спереди. Но этот дом гораздо красивее смотрится сбоку. А, вот сзади уже полностью растеклось, отлично. Придется спереди немножко добавить лаву. Вот видите, вон там. Сейчас я покажу. Вот здесь. Вот так придется лаву ставить. Ой, зря мы это сделали. Зря. Что там у тебя? Воу-воу-воу. Я затопил. О, господи. Что мы натворили? Вот видите, это называется ошибка. Если у вас вы совершаете вот такую подобную оплошность, ошибку, вам придется очень туго, потому что лава цепляет друг друга, и исправить это довольно сложно. Ну, возможно, как видите, вот мы исправили немножко.
Но это очень опасно, такие исправления делать, потому что лава быстро все сожжет. Это нам еще очень повезло. Так, теперь дальше. Так, ну я тебе могу делать из верстаков. У меня тут два стака верстака. Окей, хорошо. Мне просто здесь лавой нужно закрыть кое-что. Я не знаю, как это сделать. Пока. Ну, чтобы вот этот пробел закрыть, нам придется помудрить. Я не знаю, почему лава сюда не затекла. А, все, понял. Я случайно неправильно поставил верстак, поэтому она не затекла. Ну, не верстак, а булыжник. А! Ай, черт, опять не то. Еще хуже! Ха-ха! Лава растеклась. Готовь дверь. Где вход? Вот вижу. Тихо, тихо. Мне еще эта трава мешает, честно. Отойди, отойди, ты сейчас горишь. Мне еще трава мешает сильно довольно. Так, отлично. О, я тебе пока под пол сделаю, слышишь? Давай, работай. Время. Так, нужно очень аккуратно здесь все делать. Потому что лава очень любит растекаться. Так. Так, не растеклась, отлично. Смотри, у меня все горит. О, господи, опять она растеклась. Знаешь, что я думаю? Надо перед вообще закрыть. Перед вообще закрою я сначала, потом. Потом я буду что-то делать. Потом его открою. Вот видите, это хорошо, что у нас в видео возникли такие проблемы. Вы зато научитесь вот это все исправлять. Так, закроем все сначала, потом откапываем. Так, можно на серверах так делать. Например, лава это откоплила, и опять из игроков никто не сможет там испортить что-то. Ну, они еще... могут. Ну, не знаю, я думаю, если захотят, могут испортить. К примеру, через лаву могут загриферить, если у тебя не запривачены. Ну, вот, все, я сделал, наконец-то. Только тут два вонючих этих. Все. Кое-как я наконец-то наладил дом. Все. Вот такой вот лавовый дом получается. Были проблемы при строительстве. Да, были, не исключаю. Вот один, одна версия. Высокий дом из одного ведра. И такой широкий дом из нескольких ведер лавы. Вот два варианта лавовых домов. В принципе, еще есть несколько вариантов, я придумал. Ну вот это основные. Скажем так, те, что я обычно строю на серверах или еще где-нибудь. Вот так вот будет выглядеть лава. Блин, твой смотрится круче немножко. Хотя, не знаю. Напишите в комментариях, который из двух вариантов домов, первый или второй, то есть из одного блока лавы или из нескольких, смотрится круче. Скелет меня чуть в лаву не толкнул. Крипозавры. Шарики зеленые. О, крипозавра. Можно их так назвать. Так, вот такие вот домики. Ты все. О, дверь. О, верстаками заставил. Прикольно, красиво. Вот так вот. Одно его факела всегда у тебя не хватает. Где? Вон там, наверху, вон. Все. У тебя что-то жлоб факельный. Ну все, прикольно. Зато крафтить, смотришь, знаешь, как легко крафтить. На пол нажал и все, да. Ну ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Трубоёжик и Никита, который здесь в моем доме шастает, топчет. Ноги вытер, скотина. Как видите, мы построили два лавовых дома. Перед этим мы добыли ресурсы. Майнкрафт 1.8 сейчас у нас.
Где-то были зайцы. А, ты что, на верстак натыкал? Ну, молодец. Shift зажимать научился. Сгорел Никита случайно. Ну, ты неаккуратно наступил на факел. Ну, все, ребят, всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбоёжик и Никита. Всем кому пока. Понравилось, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Пусть научатся строить лавовые дома. Все? Все. Фух, прикольно, да? Получилось. Да. Ну что, ты спать? Ну да, я вообще спать. Блин, мне так нравятся эти дома. Я в реальной жизни хочу в них жить. И твой нравится, вот тут красиво. Высокий такой. У тебя, знаешь, как мэрия получилась? Не как дом, а ну как административное какое-то здание. У меня как домик. Нифига себе, у меня на видео 8 просмотров, 5 лайков. Ага, молодец. Ну, прикольно, красиво. Все, ребят, всем пока.